Всем привет! С вами новости из жизни Андрея Петрова и ведущий новостей Тинта, ваш бро. Сегодня мы будем смотреть, что же там новенького, какие новости из жизни Андрея Петрова. Итак, Андрей выпустил мерч. Ну, конечно, так себе новости. Секундочку, это что? Моя картинка, которую я сделал по Володе XXL. Блин, в натуре это же я делал своими руками. И я не давал никакого разрешения на использование картинки, которую я сделал своими руками. Ну что такое, а? Это некрасиво, во-первых. Вот вам бы понравилось, если бы, например, блогер-миллионник напечатал бы ваше лицо на футболке, и другие люди, его подписчики, платили бы деньги, чтобы носить на себе ваше лицо в каком-то неприятном виде. Когда я делал эту картинку, это был некий перформанс. Я как бы примерил на Володю образ его врага, которого он ненавидит, и изобразил его самого в виде гея. Это не оскорбление, это просто шутка, все посмеялись, у меня маленький канал, я о Володе плохо не отзывался, потому что травлю я не поддерживаю ни в каком виде. Травля — это плохо, окей? Как бы Володя получил свое, я считаю. Представьте, Оксимирон после батла с Джонни Боем, например, напечатал бы изображение Джонни Боя на футболках в каком-то пидорском виде и подписал бы «Фитоняша». Фитоняшка. Что? Зачем? Зачем такое делать? То есть Петров, который всю жизнь жаловался о том, что ему там прохода не дают, травят, булят, гопники какие-то докапываются до его внешности, до его высказываний в интернете. Оказывается, он ничем не отличается от них же и травит какого-то пацана малолетнего, типа, в интернете. Так я запутался. Буллинг — это норм или стрём, Андрей? По лозе XXL и Тим-то я хочу ответить им: ребят, идите на три буквы. Знаете почему? Потому что футболку с Володей, с лицом Володи, не купил никто за целый день. Пососите, ребят. Ваше лицо вообще не продается, в отличие от моего уёбок. И за это время вы раскупили практически 1000 футболок, и осталось всего 110. Мы на сегодня все закругляемся, больше заказов пока не принимаем, подождем, пока не накопится до завтрашнего дня. И завтра, я думаю, что оставшиеся 110 футболок раскупятся. Так я запутался, Андрей, ни одной не купили или весь тираж раскуплен? Достал ты со своим отстойным мейкапом, придется преподать тебе небольшой урок, урок мейкапа. Но для начала секундочка рекламы. Warface — это динамичный современный шутер, в который играют миллионы игроков. Зацените, какая крутая графика, и при этом ее тянет даже слабый комп. Это означает, что ее оптимизацией занимались гениальные люди. Что лично меня порадовало, это сотни разных пушек. Немногие шутеры могут похвастаться таким количеством современного стрелкового оружия. Помимо того, что вы можете сражаться с другими игроками, вы также можете сражаться в совместной миссии, то есть бок о бок со своим братишкой в Японии, в Африке, в Сибирь и даже, внимание, в печально известной Припяти. В Warface постоянно добавляется огромное количество нового контента, новые режимы, куча карт, новое стрелковое оружие, которое по своим характеристикам и внешним виду максимально соответствует боевым оригиналам. Честно говоря, Warface — это игра моей мечты. Внизу, в описании и в закрепленном комментарии ссылку оставляют, ты знаешь, что делать. Если ты перейдешь именно по моей ссылочке, ты поможешь моему каналу расти, и за это тебе отдельное спасибо. Всем привет, с вами Тинта и Ульяна. Ульяна — большой-большой профессионал визажа. Спасибо, Вот. Самый лучший из тех, кого я знаю. И сегодня мы будем учить Андрея Петрова красится. Ладно, это очень кликбейтно. На самом деле я просто попробую примерить на себя вот этот образ эпатажный, яркий, при этом сделав его качественно. Итак, первый макияж у нас будет натуральный, естественный, мужской, который обычно политики делают. Политики, женихи на свадьбу и так далее. Вот. То есть освежение лица, там синяки, прыщи, все такое. А затем уже мы перейдем к яркому эпатажному макияжу. Отбеливающие капли для глаз. Это моя нелюбимая часть. Мицеллярной водой протираю все лицо. Обязательно мицеллярную воду убираем тоником, потому что мицеллярная вода — это средство для очищения. Любой очищающий продукт убираем, иначе макияж будет хуже держаться. Дальше мы берем увлажнение. Это микромусс, наносим на все лицо, чтобы косметика была менее заметна. Бальзам для губ. А вот у меня губы вообще дико шелушатся. Это важно, чтобы гигиеничка была без минерального масла. Дальше возьмем базу. У меня это марка MAN. Основа. Нужна совсем маленькая горошинка. И дальше тональный крем. Ну, то есть я беру цвет, проверяю, наношу на шею
И вот он полностью сливается с кожей. Также тон немного всегда на уши. Я беру спонжиком, спонж влажный. Опять же, для мужского образа нету задачи прям супер идеально выровнять, как для девочек. Иначе, когда такая прям идеальная кожа, то тоже... Не по понятиям сразу. Да. Могу спросить. Теперь мы берем консилер. Консилер – это средство для высветления. Светлее тона, да, то есть вот наш тон, вот наш консилер. Буквально на тон светлее, как бы центральную часть немного выставляя вперед. Накрыли носа. А за счет этого нос визуально будет казаться уже. То есть мы будем на центральную часть наносить светлый на крыло, а скульптор вот сюда. Если слишком много тени на крыле, то нос наоборот шире становится. То есть аккуратно под глаза наношу. За счет этого как раз постепенно уходят синячки. Я это делаю кистью. Для того, чтобы было более равномерно, тем же спонжиком я притаптываю, чтобы не было границ, чтобы не было перехода явного от светлого консилера к основному цвету тона. То есть такой получается треугольник под глазом высветляем. Дальше межбровное пространство. Если, например, низковатый лоб, и хочется оказаться, как ты тоже сказала, да, если высокий лоб, ты, значит, более умный. Вот как раз консилером можно добавить ума визуально. Я чувствую, я умнее становлюсь. Начну воровать из бюджета деньги. Умные люди же этим занимаются. Да. А спонж подбирался под цвет волос? Да. Это обязательно. Да. А если у вас серые такие типичные волосы, то можно просто крысу взять серую, и крыса вот так вот делает. Важно, чтобы скульптор был без желтизны, чтобы он не был серый. Эффект естественной натуральной тени. Да, вот для меня загадка, почему у некоторых какие-то желтые пятна вылезают? Вот это очень часто из-за того, что скульптор имеет желтый подтон. Выделяю скуловые зоны. Добавляем мужественности. С опытом, да, приходит вот этот навык не переборщить вот с этими, да, красками. И чтобы это еще натуральнее смотрелось, мы сверху будем сухим дублировать. То есть я сейчас наношу кремовый. Более мягко получается, когда ты кремовый наносишь, сверху сухой. Опять же, отсутствие пятен. То есть когда ты начинаешь смешивать кремовый и сухой продукт. Начинаю наносить на века. Вот, то есть, ну, сразу становится менее объемно. Также с носом. Как раз мы не на боковых поверхностях, не на крыльях, а как раз вдоль... В спинке. Да, и обрати внимание, я не затемняю вот эти места. То есть я на самой перегородке. За счет этого нос становится уже, но без пятен. Технология, она, ну, понятная и она стандартная. Имеет значение навык именно художественный, да? То есть вот этот вот опыт... Именно количество продукта, именно выбор правильного цвета, потому что как только неправильный цвет тона, да, сразу лицо отдельно от тела, у нас сейчас лицо вместе с телом, неправильный цвет скульптора, сразу он желтый становится, сейчас у тебя это видишь, как естественная тень смотрится. Теперь мы можем наш кремовый скульптор продублировать сухим и добавить еще больше глубины. И в мужском макияже, конечно, мы используем только матовые продукты. У нас тут настоящий бьюти-блог. Парни, которые на меня подписались, ну, вы сами этого хотели, извините, я читал ваши комментарии. Ну, вот он, я после, соответственно, я думаю, вы сами видите результат. Вот, я сижу прямо, на меня светит кольцевой свет, у него естественная температура свечения, по идее, весь цвет, тон, он должен проявляться. Вы можете сами судить, как сделан макияж. Второй момент, это авторское право. Я как автор могу, подтвердив доказательно, что я именно нарисовал это, подать заявление на свой авторский процент, так? Типа, ну, в том числе. Возмещение, либо просьба удалить это, как в моем случае. Еще один момент, связанный с тем, что Володя, так понимаю, изображен, используется его личный образ. То есть он тоже может требовать того, чтобы убрали, удалили и каким-то образом возместили ему то, что было использовано каким-то образом его образ как человека в данном случае. А, ну с этим проблем не будет, ведь Андрей и Володя, они уже помирились, они уже фоткаются друг с другом. Мир, любовь, жвачка. Я на самом деле всеми руками за примирение, но вот есть небольшие несостыковочки. Я помню, как Андрей говорил, что в нашей стране нет института репутации. У нас в России, к сожалению, нет института репутации. И человек может так сильно зашквариться сегодня, но через месяц реально всем насрать. На моей памяти есть куча блогеров, например, которые просто продались власти. Да, я знаю, о чем речь. Например, там тот же Юлик, о котором я писал. У нас нет такого, что люди, блогеры, популярные медийные персоны, они несут реально ответственность за свои зашквары. В Америке, к счастью, когда ты зашкварился вот так сильно, ты там как-то высказался. Да, и все, и там всех уничтожают просто. Когда Истасамка извинялась, я не помню, чтобы Андрей ее поддержал. А Володя написал в своей инсте какую-то хрень по типу, ну, геи, пусть живут, все нормально, извините, короче. Андрей такой, ну я ему верю, да и вообще Володя милашка, мой тип мужчины и так далее. Ребят, если честно, Володя, ну, реально очень сексуальный, красивый парень. То есть с первого дубля, с первого кадра, когда я сидел с ним рядом. Об этом очень неловко говорить, но правда, он мне очень нравится. Это реально, ну, мой типаж парней. Очень мило, любовь. Только я не понял, институт репутации нужен, нет, норм или стрём? Я запутался, Андрей.
Хорошо, а ответственность за свои слова ты понимаешь? Да, я понимаю. И какая ответственность, как ты думаешь? Никакой ответственности. По факту получается, что Володя был прав. Эти конфликты интернетовские – это просто фуфло и хайп. Андрей это только что доказал своим поведением. Hi, sisters! Ну что ж, мы сделали естественный макияж. Теперь мы будем делать жесткий карнавальный эпатажный макияж. Ну вы поняли, да? Джеймс Чарльз, вот. Посмотри наверх, пожалуйста. Сверху я наношу уже сухие тени, то есть по принципу, как мы работали с лицом. Сначала кремовый продукт, потом сухой. За счет этого получается более мягкая дымка, более мягкий переход. Черным карандашом прорабатываю между ресничек. Ребята, я натурал. Это очень нелепо звучит, но за пультом сейчас вообще моя девушка. Вон, сними сама себя. Как тебе вот, это мой парень, лол. Подтверждаю, натурал 100%. Не, кстати, и вправду идет. Это, конечно, такой получается, что его ресницы вниз, а эти наверх. Двойные ресницы – это будущее. Сейчас вот я становлюсь уже похож на... На кого? На познавшим жизнь. Не, наверное, я понимаю тебя, почему всякие транссексуалы красятся вот так. Они хотят женственность взять вот за яйца. Странно, да? Тоненький, да, карандаш? Это карандаш, да. То есть его локально так, да, потрясти? Да-да-да, и сверху уже будет помада. Такие губищи. Класс, да? Класс. На самом деле у меня очень белые зубы, но почему-то сегодня, может, я кофе дофига выпил, я несколько чашек кофе выпил, может, из-за этого именно сегодня у меня какие-то желтоватые зубы. На видео нет? Нормально все. Я себя видел только издалека, сейчас я подойду и посмотрю в виде. Да. Супер непривычно, мальчики. Всем советы. В отличие от Андрея Петрова, Джеймс Чарльз, он такой как бы эмоциональный. Вот я сейчас накрасился и могу подыграть этому, знаешь, артистизму изнутри, как будто меня так прет. И я такой типа, ой, девчонки, что я вам сейчас покажу? У меня сейчас для вас такая есть новая фишечка, косметика крутая или что-то в этом роде. Вот из него это прет как будто, и поэтому получается очень обаятельно. А у Петров, когда снимается, у него такой, ну, типа, здорово, сегодня я поговорю о своих болячках. То, что сейчас происходит с Володей, называется отбеливание репутации. Он присоединился к какому-то агентству, теперь с ним работают профессионалы, они знают, что надо делать, что надо говорить. Володя выпускает новый трек. Твой папа богаче пачо, звони, если чё. И в рамках этой большой рекламной кампании он извинился. Катя Адушкина репостила какой-то его ТикТок. Ну, конечно, совершенно случайно оказалось, что Катя Адушкина тоже в этом же агентстве участвует. Совершенно случайно Володя отозвал свои претензии к Андрею по поводу того, что не давал разрешения на то, чтобы печатали его лицо на футболке. Это тоже все чистое совпадение. Чистое совпадение, что они там сфоткались на обложку ВПШ и так далее. Да что ж там говорить, я помню, Петров предъявлял инстасамке заставки. А теперь сам вроде как рекламирует ставки. Так ставить или не ставить, Андрей, я запутался. Норм или стрём? Я знаю, что ты не рекламируешь ставки. За это тебе я не рекламирую все каперов и вот эту всю происходящую хуйню. Бля, вот это лицемерие. И вы знаете, я на самом деле хотел сейчас сидеть вот в этой вот футболочке с изображением, которое я сам сделал. Но у них там какие-то проблемы, что-то какая-то задержка. Я не могу получить уже свою футболку, хрен знает сколько. Все сроки, которые они там обозначали, все нарушены. Я уже сомневаюсь, что эта футболка вообще когда-нибудь ко мне придет. 17 февраля. А когда ждать мой мерч? Уже столько дней прошло. Здравствуйте. Отправка после 21 февраля. Именно этого числа товар поступит к нам в магазин. Это моя девушка пишет. Курьер 650 рублей. У вас написано стоимость доставки 350 рублей. Я их отправил, оплатила. Вон там скриншотик. Стоимость доставки 350 рублей написано. Все верно. Почта России. Чё? 25 февраля. Когда доставка будет, как узнать, пришел мерч или нет? Привет, только сегодня пришел товар. Приносим извинения. Я постараюсь все отправить максимально быстро. Спасибо за понимание. 29 февраля. Ну что там с доставкой? С момента заказа уже больше 2 недель прошло. Занимаемся этим. Ваш заказ 321. Отправляем по очереди. Да.
Охуенный бизнес, просто охуенный. Уже почти месяц футболка не может прийти. Зацените, Петров хвастается, сколько заработал с футболок. 1 052 000. Может сделать курс по тому, как зарабатывать в интернете? При этом не наебывая аудиторию? Саша Митрошина, подвиньтесь. Купили бы такой курс? Ставь лайк, если бы пошел в бизнес-школу Саша Петрова. Кстати, многие бы пошли, я уверен, если бы он ее открыл, потому что, как-никак, у Андрея огромная аудитория. Наверное, это заслуженно. Он ведь реально очень давно на ютубе, даже я помню, угорал с каких-то его вайнов. Я вообще не против, я за разнообразие персонажей, высказываний, образов и прочее. Все было хорошо, пока я вот как-то лично не соприкоснулся с этой тематикой и не хлебнул дерьмеца, так скажем. У меня маленький канал, я по сравнению с Сашей, с Андреем Петровым, карлик, он большой, сильный, он может запросто натравить на меня свое крысиное королевство. Поэтому, если мне удалось донести до вас какую-то позицию, будьте активными, пишите, что вы на этот счет думаете, ставьте лайк, если согласны, если не согласны, дизлайк. Я все буду читать, принимать к сведению, возможно, я что-то упустил, что-то недопонял. Всякое бывает. С вами были новости из жизни Андрея Петрова, теперь уже постоянная рубрика на моем канале. Пошел дрочить на фотки Андрея. Всем пока!